Здравствуйте, мои дорогие зрители и телезрительницы. Сегодня по заявкам телезрителей, не знаю, у меня сегодня хорошее настроение, поэтому улыбаюсь. По заявкам телезрителей решил снять видео о мостах города Тарту. Пока еще не знаю, одно видео будет или разобью на две части, потому что мостов все-таки достаточно много. Посмотрим, я не знаю, сколько по времени получится, потому что там часовые видео, они как-то не очень популярны. Вот, ну и с чего-то надо начинать, и решил я с одного очень такого неоднозначного места. Место, на котором был построен вообще первая переправа, была через реку Эмайги, вот река Эмайги. И сейчас я покажу, почему я с этой точки начал снимать новый автобус не очень вольно. Вот там за этим зданием видно фрагмент крепостной стены. Вот это была граница города, то есть крепостная стена, которая окружала город Тарту. Дорпат тогда назывался. Вот. Кстати, вода подходила прямо, то есть река это была настолько широкая, что вода подходила прямо до каменной стены. Вот вдали видно. Вот там она. То есть это оставшийся фрагмент. Ну, кое-где еще осталось, просто это восстановлено. То есть уровень воды был гораздо выше, чем сейчас. Вот. И после захвата Ливонии, город Дорпат входил в состав Ливонии тогда, российскими войсками, это при Иване Грозном, в этой крепостной стене были проделаны ворота, ну как бы в той стороне России, для того, чтобы там торговые там и всякие другие дела, связь имелась. И с той стороны был построен тракт российский, русский вернее. Впоследствии он назывался «Русская дорога», а здесь «Русские ворота», они так и назывались. Сейчас до сих пор это исторически улица Вене, на местных диалектах значит «Русская», так она и называется. И сразу еще при Иване Грозном назрел вопрос. Дорога упиралась в реку, а город находился с другой стороны. Как переправляться, как переправлять грузы? Ну, в принципе, я не знаю, лодками, может, там или чем передвигались, переплывали, но постоянная переправа именно вот в этом месте. Вот сейчас я показываю этот мост, сейчас тут современный. Вот. При Петре I в 1704 году была организована паромная переправа, постоянно действующая до строительства первого моста. Почему еще одна причина, почему я отсюда начал? Ну, это, наверное, единственное место, где, ну, тут вообще невероятное количество разных мостов было. Но это было, еще раз повторюсь, в 18-19 веках здесь была основная транспортная артерия, которая шла в Россию, в сторону России. Там она и в Санкт-Петербург, и в Псков можно было, ну, короче, куда угодно было можно попасть. То есть основная артерия, а город, сам центр, ну, вообще сам город, вот отсюда тоже видно, это крепостная стена, находился здесь. То есть сам Бог велел в этом месте что-то сделать. Ну и здесь при Петре Первом, еще раз повторюсь, была паромная переправа организована, просуществовала она чуть больше 100 лет. И в 1810 году был построен первый мост деревянный, вот прямо на этом месте, где сейчас этот мост находится. Ну, пока вокруг гуляю, вам расскажу историю. Чего ж там просто, я не фотографии с мостов показывать. Вот. Сделан мост первый был, видимо, из не очень качественных материалов, или работа произведена некачественно. Простоял он буквально 10 лет, 12. Разрушился. И на его месте в 1826 году был построен новый деревянный мост, который успешно простоял 100 лет до 1900, то есть уже как бы практически до наших времен, до 1923 года. И по несчастной случайности сгорел. Был пожар, мост деревянный, он полностью сгорел. И в конце концов в 1926 году здесь был построен железобетонный мост, уже по тому времени самым новейшим технологиям. Назвали его мост Свободы, Вободу Сесильд, он так и называется сейчас. Ну, существующий мост. Вот.
И в 1926 году построили, и простоял он до 1941 года, когда Эстония вошла в состав Советского Союза, он как бы, ну, в советские времена были, и немецкие войска, когда наступали, советские войска при отступлении взорвали. Произошло такое вот печальное для моста событие. Немцы в 43-м году полностью этот мост по тем же чертежам, по тому же проекту восстановили, но при отступлении в 1944 году они его опять взорвали. Причем взорвали полностью, остались только береговые опоры. Вот я помню себя в детстве, только вот ну, как бы тут дорожки со всех сторон на мост вели, дорожки остались там с перилами, ну не с этими, там каменные были. А вот они, вот. Я за ними стою. Вот это оригинально, это построено при строительстве первого моста, то есть почти 100 лет там. Вот. Вся эта инфраструктура осталась, опоры остались береговые, а моста не было. И вот так прошло 50 лет, и уже когда Эстония обрела независимость, в 1993 году построили здесь, на этом месте, ну потому что тут собой напрашивается дорогу, центр разгружается, там транспортные развязки, и тут прямо можно там на Нарское шоссе и в ту сторону, в ту часть города попасть. Вот. Пока я рассказываю, можете почитать, тут на эстонском и на английском языке написано. Может, я там что-то приврал вам. Вот. В 93-м году здесь построен был металлический мост только для пешеходов. Только для пешеходов, потому что, сами понимаете, там времена были суровые, развал, денег не было, и самый такой легенький, облегченный, самый дешевый вариант, там какой-то материал с завода, двигатель привезли, и вот построили мост, был только для пешеходов. В 2005 году его демонтировали, хотели туда, где-то отсюда километра вверх по течению, поставить там две улицы, тоже береговые соединить, но... Где-то он там, я не знаю, если не порезали его, так и валяется. Не суждено было этому сбыться. Опять же, из-за того, что в конце 2000-х годов наступил кризис, все деньги пошли на строительство вот этого моста. В 2009 году этот мост был полностью построен. Стоил он очень дорого. Его, конечно, ночью надо показывать. Тут подсветка, он всеми цветами радуги сияет. Вот. Арочная конструкция, вот эта вот несущая арка, и на ней подвешен на... трассах мост, пролетное строение основное. Вот проектировал этот мост, проектировала санкт-петербургская фирма Трансмост, строила местное эстонское отделение фирмы Tilt, и вот он такой вот и есть, называется Vabaduse Silt, это мост свободы. Сейчас я быстренько, ну что я, может, все время со стороны показываю. Не, ну да, такими темпами, если такие истории буду рассказывать, наверное, на три передачи придется разбивать. На три видео. На три репортажа. Вот. Потому что мостов, если не изменяет память пальцев двух рук не хватит. Я такие основные, уж маленькие там мостики не говорю. Вот здесь проезжает 2+2. 2+1 в рой. Две полосы в ту сторону, одна в обратную. Вот эти троса металлические. Это не в пластик заделан, чтобы влага не попадала. И вот эти арки, вот где темные овалы, там круглые такие видно. Это фонари. Что, дальше не пойду, в принципе. С той стороны тот же вид. И вот они меняют окраску, то есть то красный, то фиолетовый, то зеленый, то есть в ночное время. Ну и вот вид с моста. Здесь у нас набережную облагораживают уже, наверное, лет 15. Что-то достраивают, пристраивают, там балконы сделаны. Но все лучше, чем совсем ничего. Она и была только когда-то набережная. Но во время Великой Отечественной войны было разрушено полностью, деревья выросли. С этой стороны восстановили ее, потому что здесь все движение было. Причалы тут были построены, потом корабли тут пришвартовывались, лодки.
А та сторона как бы такая заброшенная осталась. Сейчас вот укрепили откосы гранитом. Мощение сделали откосов. Ну и все. Ну, короче, вот такой вот мостик. Он один из самых новых в Тарту. Вот с него начал. Ну, на этом месте как бы находился один из самых старых мостов. Он не самый старый. То есть переправа здесь самая древняя, самая старая. Но остальное покажу вам позднее. Продолжаем наше путешествие по мостам города Тарту. Сейчас я вам покажу следующий мост, который Бог послал нашему легендарному городу. Вот этот мост называется Горбатый или Карсильд, или, ну, если правильно, арочный мост. Карсильд. Опять же, такой мост с историей, мост с прошлым. Этот мост построен относительно недавно. Он пешеходный, кстати, полностью. На этом месте вот здесь был построен первый капитальный мост через реку Амаиги в конце 18 века по высочайшему повелению императрицы Екатерины II на ее личные средства. Насколько я помню, 90 тысяч золотых рублей. Ну, здесь очень большая немецкая диаспора же. Вернее, не немецкая, немцы жили. Екатерина II, она же немка была. То есть как бы своих немного поддерживала. Выделила средства на строительство моста. На тот момент здесь ни одного моста не было. Ну, были всякие переправы, лодки, лодочники перевозили. Капитальный мост. Мостов не было. И здесь очень красивый, каменный, арочный. Ну, как бы не арочный мост, а опоры с арками, со сводами. Вот. Вот так он выглядел до Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны он был разрушен полностью. И на его береговых опорах в 1957 году, то есть как бы опоры сохранились вот на этих опорах. Кстати, видите, фарватер какой узкий, потому что здесь фрагменты огромные. Ну, как бы и опоры еще там торчат даже из воды. То есть не, кораблям не пройти. И крупные фрагменты моста там не стали чистить. Вот единственное место, где корабли могут пройти, только там. Вот. В 1957 году по проекту архитектора, вернее, он не столько архитектор, сколько известный эстонский альпинист Петр Вареп. Кстати, это его, ну, заодно он там как бы проектировал какие-то сооружения, вот этот самый известный арочный мост. Несколько раз он ремонтировался. Здесь пешеходные тротуары. Недавно, буквально 2 года назад, произведено уширение тротуаров. Тут вот такие металлические элементы подвешены на арку. На этих консоли такие. Тротуары были уже, как бы в 2 раза уширили. Коммуникации там какие-то провели. Но это водоотводы, видимо, трубки. Вот. Вот сам мост снизу. Вот река тут такая. Графики тик. Вот тут, как всегда, посередине Горбачева даже нарисовали. Вот тут только нет. Ладно, пойдем теперь посмотрим сам мост и вид сверху. Ну вот, мы поднялись на мост. Кстати, здесь раньше в советское время было так. Здесь узенький тротуар, и здесь узенький. И было двухстороннее движение. По этому тротуару движение только вот в направлении меня. И это как бы неуклонно соблюдалось. По этому тротуару вот в сторону от центра. Тут стоял милиционер и наказывал, ну, штрафовал тех, кто по неправильной стороне идет. Штраф был 1 рубль. Ну, штрафовали немногих, потому что все шли правильно. Это так. Ну, он как бы удачно расположен. Тут такой архитектурный ансамбль. То есть он выходит с Ратушной площади. Я представляю, раньше Ратушная площадь — это торговая, ну, торговая площадка была. Здесь движение было. И там тоже как бы
довольно оживленная улица была, и вот каменный мост, это, конечно, был кстати, учитывая, что тогда активно был развит гужевой транспорт. Вот. Ну, сейчас как пешеходный он тоже не лишний. Мостов настроили сейчас, то есть автотранспорту есть где пересекать реку. Ну и так вот, пару характеристик. Высота арки 8 метров, длина моста 157 метров. Вот вид. Вот бывший ресторан Каунас. Потом тут был ночной клуб Атлантис. И сейчас тут какой-то, я не знаю, переделали. Танцу. Академия. Танцевальная академия какая-то. Непонятно. Я думал, ее вообще разрушат. Стиль такой. 60-е годы. Ярко выраженный. Сейчас никому не нравится. 1960-е годы. Так, ну ладно, пойдем назад. Встретимся на следующем мосту. Пройдя совсем небольшое расстояние вдоль реки Эмайги, мы подошли к следующему мосту. Парочный мост построен в 1956 году. Открыт для движения только через год, потому что при строительстве сразу так вот сходу о плохом. Было обнаружено в процессе строительства дефектов, вернее, по окончании строительства, и как бы работа была не принята, и практически год пошел на устранение неисправности. В 1957 году торжественно был открыт вот этот арочный мост по проекту архитектора Зайцева. Его центральные эстонские, вернее, тартовские партийные органы критиковали этот мост за то, что он очень дорогой, он по тем ценам стоил 5 миллионов, нет, вроде 2,5 миллиона рублей. Ну, это до реформы 61 года. Вот. Что не нравилось, потому что полмиллиона из них пошло вот на эти обелиски, которые стоят, вот 4. То есть как бы пятая часть всего моста пошла вот на эти обелиски, я не знаю. А, сейчас объясню. Мост называется Мост Победы. Свое название он получил в 65 году в честь 20-летия со Дня Победы. И как бы, ну вот, и символизирует, ну, монументальное в честь победы советской армии. Не скажу, что там особо какое-то интересное решение, скажем так, и покрасивше строили мосты, но здесь проблема в том, что с 44 года, 57-й, в городе Тарту не было ни одного автомобильного моста. Все были разрушены, то есть как бы 13 лет горожанам с одного берега на другое. Ну, говорю, паромы, паромные переправы были, но это все-таки не то. Вот. Ну, вот отсюда виден Горбатый мост, вон там вот, о котором я недавно говорил. Это Вейдусильд. А, и второй интересный момент, то что 25 лет после открытия этого моста, 25 лет, он был единственным мостом автомобильным, автодорожным. Он тоже, наверное, при мне только два раза, три раза ремонтировался. Там и поверху, и пониже ремонт был. То есть как бы сейчас он в исправном состоянии. Тут еще теплотрасса проходит. Мосту. Кое-что мне не нравится, но не буду говорить. Что? Мост безопасен. Просто самое-самое начало развития там. Кое-каких дефектов. Расстояние от поверхности воды до свода этой арки было принято, ну как бы, среднее 4,5 метра.
с учетом того, что все корабли, которые тут в Тарту находились, сейчас вот речной порт, ни одного корабля нет. А раньше здесь несколько рядов было забито стоянка для судов, там разные, и пассажирские, и грузовые, и баржи, и все что угодно. И при высокой воде, высокая вода не каждый год была, скажем так, в начале мая, когда открывалась навигация, некоторые корабли не проходили по высоте, то есть вода была так высоко. Ну и еще для информации, длина пролетного строения 47 метров. Пойду сверху покажу. Ну вот мы поднялись на Мост Победы. Вот здесь полноценное автомобильное движение. 2 плюс 2. Две полосы в одну сторону, две в другую, и два тротуара с двух сторон. То есть да, его построили он достаточно большую пропускную способность имел. Я говорю, 25 лет, это уже когда, ну, тут развитие бурное было. В начале 80-х годов, в 82-м году, если не изменять память, был построен второй мост через реку Маиги. Я о нем еще буду говорить. Вот здесь открывается прекрасный вид. Здесь движение все было. Да и сейчас, в принципе, движение. Это центр города практически. Вот. Здесь детство мое все прошло. Ракету кувыркали. Здесь пристань была. Отсюда расправлялись сюда на подводных крыльях, типа ракета в Псков. Вот. И с Пскова сюда приходили тоже. Здесь, еще раз повторюсь, был речной порт. Там вообще как муравейник был. Движение кораблей туда-сюда, там ремонтные доработки, какие-то мастерские были. Вот прямо, где кирпичная труба видно. Это самое первое, ну, то есть, как бы, не самое первое, а самое старое сохранившееся предприятие города Тарту, дрожжевая фабрика. Она уже давно не работает, но просто еще не успели ее разрушить. Вот. Конечно, есть и старшие предприятия были, то есть, до нее, но их уже нету давно. Даже зданий, даже фундаментов не осталось. И вот мы перешли на другую сторону. А, еще раз объясню для информации. Он соединяет улица Рия, Рижское шоссе с Нарвским шоссе. Вот. Такая оживленная две магистрали. Ну, и здесь тоже облагорожен берег около моста. Ну, в принципе, наверное, все. Вкратце в двух словах объяснил. А как шумно, как громко. До встречи на следующем мосту. Так, ну вот мы теперь подходим к очередному мосту, находящемуся в городе Тарту. Мост старый, построен в середине 19 века, в первой половине, вернее, 19 века. Мост называется Ангельский мост, построен в 1838 году. Вот, соединял два холма. Вернее, две части горы Томимаги. Потребность в нем возникла, потому что с этой стороны, на этом берегу, скажем, там была часть города, часть каких-то зданий, в том числе административных, университетских. И здесь активно эта сторона холма, или часть холма застраивалась. Вот. Ну и для того, чтобы их соединить, был построен мост. Вообще, наверное, первоначальное название у него было не ангельский, а английский, потому что он построен в английском стиле, если посмотрите. Вот у него и береговые, и промежуточные опоры, они в виде колонн. То есть в то время в Англии были популярны такая архитектура мостовая. Вот. Ну и потом, с течением времени, слово английский как-то трансформировалось в ангельский, более красивее, что ли, или романтичнее. Вот. И как бы посвящен первому ректору университета, именно первому. Это не те какие-то шведские времена, а именно когда здесь был основан полноценный настоящий университет. Ну, как бы его фамилия Парота. Ректором был с 1802 по 1813 годы. Ну и как бы, я не знаю. Если уж мои видео посвящены мостам Тарту, ну, что я фасад показал, надо показать под мостом. Вот тут пролетное строение, скажем так, деревянное. Полностью. Естественно, все это материал
за это время несколько раз менялся, несколько ремонтов капитальных производилось. Ну, сейчас тоже так имеет достаточно свежий вид. Все-таки городская достопримечательность. Такие сооружения создают, именно такие небольшие детали создают определенную атмосферу для города. Ну, и для полноты впечатления сейчас поднимемся на этот мост. Там туристов много, местные гуляют. Место такое хорошее. С него открывается вид на ратушу, уже, наверное, не открывается, потому что деревья выросли. Посмотрим. Вот, заходим на мост. Ну, вот такая типичная конструкция для начала 19 века, для провинциальных городов, соединяющих небольшие берега. Но если так, по сути, если по мостовому, это не мост, а путепровод. Ну, пусть будет мост. И вот отсюда такой вид открывается. Я говорю, помню, когда я был молодым пацаном, вот этих вот прямо деревьев, они были маленькие, ниже здания. То есть отсюда было прекрасно здание ратуши видно. Деревья выросли, или я постарел, не понимаю, в чем причина. Летом вообще ничего не видно, потому что все в зелени. Вот. Ну и в другую сторону здесь с моста открывается вид на бывшее здание родильного дома Тартовского. Ну и тут другие, Домский собор. Вот. Ну вот сам мостик. Так как видео посвящено мостам, не буду отвлекаться. Вот он мост, вот он мост. Пойдем дальше. Покажу вам еще кое-что. Ну вот, прошли буквально 50-60-70 шагов. И вот мост, который я вам сказал, покажу противовес Ангельскому мосту. В начале 20 века, в 1913 году, здесь был построен чертов мост. Ну, раз там ангельский, значит, здесь чертов, который тоже соединял две части Томомяги. Вот. Сейчас она, в принципе, никуда не идет, потому что дорога там, ну, не поддерживается, ну, как бы не поддерживается, не содержится в должном порядке, и люди там не ходят, потому что она, по сути, она ведет в никуда, там тупик. А раньше была такая круговая дорога по всему холму, и, то есть необходимость в мосте здесь была. Чем он примечательный, это один из первых, ну, на территории Эстонии точно первый, в Прибалтике один из первых бетонных мостов. Вот. Арочный мост. Классическая конструкция. До этого, сами понимаете, мосты были либо каменные, либо деревянные. Вот. Цифра написана 1613. Кто догадался, кто понимает, кто историю знает, догадался, что мост был построен в честь 300-летия династии Романовых. По традиции постоим под мостом, посмотрим, как тут. Ну, пролетное строение, в принципе, для такого возраста в неплохом состоянии. Течет, конечно, высылы. А по-другому и не может быть. Балкончики там наверху. Не, ну естественно, я вам снизу показываю, скажете, там вот. Дал облизнуться. Но не попробую. Сейчас наверх, конечно, поднимемся, посмотрим, какие там виды открываются. Кстати, с этой стороны изображение императора Александра I, там написано Александра Прима. Еще раз, как бы я говорил уже где-то, именно он был основателем Тартовского Дорпатского университета. Вот. Там уже устой, конечно, но это уже удлинение там поставлено, что против осыпания, что там разрушается. Ну, внимательно посмотрите. К сожалению, ничего я хорошо не вижу. Но это ладно, я тут вам о неисправности говорить не собираюсь. Мост достаточно красивый, если его там как бы не то, что привести в порядок, освежить внешний вид.
будет смотреться очень даже достойно. Ну, сейчас пойдем наверх, посмотрим, что там, куда и чего. Вот по пути покажу, чтобы вы поняли, какие трудности, тяготы и лишения, и крайне такие серьезные неудобства мне приходится терпеть для того, чтобы вам показать. Я еще раз говорю, мост в таком, сейчас, по крайней мере, в таком не очень ходовом, скажем, месте находится, что им практически никто не пользуется. Кстати, тут какие-то ремонтные работы идут. А, все-таки возобновляют вот тут. А что я зря грешил? Что-то ремонтируется вот это. Лестницы поставили. Я тут карабкаюсь, как горный козел. Это, как они, горные козлы это называются? Сайгаки? Не помню. Я в биологии слаб. Вот. Может быть, и мост подремонтируют. Вот. Вот эти балкончики, которые сверху было видно, это скамеечки. Ну, все продумано. Отверстие было сделано, чтобы вода не стекала. Вот. И в начале 20 века, перед Первой мировой войной, как раз он закончен за год. Здесь, я так понимаю, очень оживленное движение было. Плитка обработанная, известняковая плитка. И я даже верю, что это оригинальная. Надо полностью обновлять, реставрировать. Ну вот видно отсюда, ну что, тропа кончается. И все, тут уже скамеечки. Аккуратно все сделано. А, забыл показать виды, которые открываются с моста. Ну там вот в советское время был, сейчас я не знаю, что там, электронно-вычислительный центр. И там государственный архив. И там, судя по вывеске, 5D кинотеатр. Кто-то этот, Ахмед тут. Ну, здесь это то же самое, что мы видели с Ангельского моста, только с другой стороны. Задние фасады, скажем так. Вот. Ну, вот как бы вот. Дорога идет никуда. Здесь была круговая дорога раньше. Как бы она замощенная была, по грязи ходили и шла вот вокруг. То есть отсюда можно было на Ангельский мост выйти и там по кругу, по второй части горы. Тоже вот эти круговые движения. Променад был, с барышни в бархатных платьях гуляли. Вот. Ну, типичные постройки там. Иногда мне интересуется, какая архитектура была там 18-19 века, то я говорю все время, вот там построили каменные дома. Вот люди жили в таких домах. И, кстати, многие учреждения и здания тоже были в таких домах. Это классика. Это не только тартусского жанра, но вообще в Прибалтике. Не только в Прибалтике такие по такому проекту дома строились. Ладно, к мосту это не имеет никакого отношения. Вот, ну, в принципе, мы выходим тут куда-то, но дорога не оборудована, не обустроена. То есть поедем дальше. Покажу вам еще один мост. И еще вам покажу, что не буду показывать. До встречи. Так-то, ну так. А сейчас я вам наконец-то покажу то, что я вам не буду показывать. Это вот, я как бы тут в двух словах объясню. Обещал сделать обзор, скажем так, на все тартусские мосты. И опрометчиво, как ты сказал, все. Потом, ну, я вначале думал только через Амаиги, через реку. Оказалось, все. И тут оказалось, что у нас и вот такие есть. Арочный мост, классический вариант. И он тут же рядом. Балочный мост. Железобетонная балка. Атмосфера туда довольно романтичная. Тоже все это на полной ноге находится. Гротик тут. Поцелуевая горка. Но просто таких малых мостов в Тарту такое количество. Ну еще в детских садиках там эти мостики или на детских площадках взять, то просто бесполезно буду и свое, и ваше время тратить. Уж отнеситесь ко мне с пониманием. Вот.
Поэтому как бы я показал, что в Тарту, кроме того, что я вам показал, еще покажу, еще вот такие сооружения. Да, достаточно старый. Тоже, кстати, видно классика жанра. Бетонные скамейки с отверстиями для выпуска, для отвода воды. Вот. Тоже построен в середине 19 века. Вот. Балочный мост. Вот. Железобетонная плита, просто скажем, что я не буду тут это ухищряться. Раньше был деревянный мост. То есть как бы воздвигнут. Ну и там такая смотровая площадка. В принципе, было из нее сделано. Поцеловую гору, горка сейчас называется. Ну и, короче, сами видите, здесь вокруг все. Вот здесь, именно на этом холме, был город Тарту. То есть вот этот в средневековье город был ограничен вот этим, территорией этого холма. То есть место такое, да, тоже с высокой энергетикой, достаточно атмосферное. Ну, так пойдем дальше. Буду показывать вам настоящие мосты.